Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Александр Сазонтов, и я представляю свой авторский канал «Рождение новой жизни». В этом небольшом видеоролике по просьбам моих подписчиков я хочу конкретно показать поэтапно, как я приготавливаю яйца Артемию. Видимо, люди не знают, поэтому я хочу показать все, как это выглядит от А до Я. Но прежде всего я хочу прорекламировать новый детский канал, который называется «Мультики». У кого есть дети, милости просим, заходите, смотрите мультфильмы, подписывайтесь. На мой взгляд, канал достаточно интересный. Ну а мы продолжим. Что нам понадобится? Вот такая бутылка. Я беру 2-литровую бутылку. И в ней вырезано вот такое-то отверстие ножом. Налил немного воды туда. Вот так вот. Значит, вот такая вот емкость из оргстекла. Ее я буду использовать для того, чтобы она у меня стояла здесь баклажкой и была устойчивой. Вот такая вот воронка. Соль пищевая. Обычной промышленности, промышленной крупного помола. Высший сорт. И вот это вот яйца Артемия Салина. Вот так вот она выглядит. Значит, что я хочу рассказать про яйца. Вот эти яйца я покупаю в вакуумных, таких стального или алюминиевого цвета, упаковках. Храню эту упаковку я под вакуум, пока не вскрыто, в морозильной камере при минус 18 градусов. После того, как я вскрываю, я насыпаю вот такую вот баночку. Уже можно ее хранить просто в холодильнике при, там, грубо говоря, плюс 4 градусах. Что хочу заметить по поводу яиц. Продаются такие яйца еще и в пакетах, в полиэтиленах, но я такие не беру. Дело в том, что они могут храниться и при 20 градусах, и при 25, и при 15, и при 30. Дело в том, что Артемия вообще разводится в соленых водах. И, соответственно, ее спящее состояние примерно, ну, в замороженном состоянии и там до плюс там 2-3-4 градусов. Если температуру поднять до 20-25 градусов, то эти яйца начнут вылупляться. Поэтому что там хранится, сколько, какие перепады температуры в этих полиэтиленовых пакетах испытали яйца Артемия, я не знаю. Ну и выход у них относительно небольшой, примерно 50-60%. У Артемии в вакуумной упаковке выход 90-95%. Вот. Ну, просто я сейчас так держу. Обычно я тоже его в морозилке держу. Ну, вот попробовал держать в холодильнике, ничего такого здесь нет. Дальше я беру вот такую вот небольшую кучку без горочки и насыпаю, соответственно, через вороночку в эту емкость. Дальше беру вот такую вот соль с горкой и тоже насыпаю вот так вот. Добавляю еще вот столько. Можно не добавлять, но я добавляю. Вот так вот. Все это убираю, мне дальше это уже не нужно. Начинаю вот так вот чуть-чуть размешаю. Вот. И наливаю воды обычной комнатной температуры, чтобы никаких проблем здесь не было. Вот так вот. Налил воду. Надеюсь, вам видно, что вода налита вот столько. Вот яйца плавают все. Ну, емкость старая, уже не один раз использованная. Соответственно, вот так это все выглядит. После этого, соответственно, я эту емкость ставлю туда, к аквариуму. И при комнатной температуре 25-26 градусов пускаю туда воздух. Воздух аэратор должен работать очень сильно, то есть чтобы все бурлило. И через полтора суток, ну это я вам покажу, я уже сливаю готовый, как процеживать, у меня есть отдельное видео готовое.
Вот, то есть вот основной момент я вам уже показал. Все остальное, как это все стоит около аквариумов, как там все бурлит, как воздух подается, какая температура, через какое время. У меня есть уже видео, вы можете посмотреть его, если кому-то что-то непонятно. Надеюсь, я выполнил ваше пожелание. Кому понравилось, палец вверх. Не понравилось, ну, можете палец вниз или не смотреть больше мои видео. Рекомендуйте канал друзьям. Обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки. Ну и, соответственно, смотрите плейлисты. Там есть у меня отдельные плейлисты по разным тематикам. Я думаю, что вам будет интересно. На этом заканчиваю. С вами был Александр Сазонтов. И это мой авторский канал «Рождение новой жизни». До новых видео. До свидания. Thank you.